Два бюста Степана Бандеры за одну ночь снесли в Тернопольской области. В Теребовле, в селе Струсов. В обоих случаях скульптуры сносили с помощью лебедки и троса, прикрепленного к дереву. В Струсове памятнику досталось изрядно. У лидера националистов отбит нос, изувечено лицо. Кроме того, на постаменте краской нарисовали красную звезду. По словам милиции, камера наблюдения на одном из домов в Теребовле зафиксировала движение размытых фигур возле памятника. Теперь ищут вандалов.